моем коллеге, у нас будет такая посвященная площадка. Это программа сделать прям. У нас есть сценарий, конечно, написан, мы к нему пойдем. Все коллегам, кто готов с докладами выступить, да, дадим свои 5 минут. И потом попробуем дискутировать о как его мера поддержки малого среднего бизнеса в госзаказе, как вообще как участие малого среднего бизнеса в госзаказе, и, так сказать, и что мы там видим впереди, там будет уже много случаев реальных. Я с вашего позволения, наверное, пойду сразу, так сказать, коллегам подавать слово. А дискуссионную часть мы ее уже, говорится, запустим там чуть позже. Мне бы хотелось, с одной стороны, сказать, что за последний месяц текущий опора России, как крупнейшая объединение предпринимателей, взяла в части госзаказа достаточно много инициатив. Эти инициативы правительства Российской Федерации, видимо, обязательно правительство включил режим, назовем его «жареный петух», грубо говоря, извините меня за французское, приняло практически все те предложения, которые мы предлагали. Так что, даже если он еще какие-то новые, инициативы нам с вами выработать. У нас есть, что мы хотим выпустить резолюцию, мы это уже обсудим. Но из того, что нами было предложено, и что уже принято, нами было предложено сокращение сроков оплаты. Есть уже документ на эту тему, да, не знаю, что до 7 дней сокращено срок оплаты, что там за. Нами было предложено тех коллег, поставщиков, подрядчиков, которые участвуют в заказе и не справляются в текущих условиях, дать возможность изменить существенные условия договоров, изменить вплоть до отказа от выполнения договора. Такая возможность на сегодняшний день тоже правительство представлено. Сейчас уже идут региональные акты по собственному заряду, вы тоже знаете. Одно из предложений было наше также не включать реестр и не бросать поставщиков РНД. Я на нем отдельно потом остановлюсь, хотя курс установления правительства, опять же, уже 21 числа, который тоже вопрос регулировал, если изменения в реестр ведения, правила ведения реестра. Одно из предложений было отвязать валютную цену, цены, как бы стоимость контракта от валютных. По валютной зависимости, по-моему, вчера нам прислали документы согласования изменения гражданских кодексов в этой части. Я думаю, что это тоже принято. Ну, кроме того, мы предлагаем подвести вас строительному ФЗ сразу отправить директиву Совета директоров госкомпании, поскольку знаем, что госкомпании, госкорпорации в этом процессе участвуют самостоятельно, они, так сказать, не смотрят на правила 44-го ФЗ, ну и не волнуются. Но, тем не менее, такие директивы, тоже ушли, и нам теперь надо всем вместе наблюдать за этим процессом, смотреть, как такие госкомпании справляются, и какие-то кризисы готовы участвовать для малого среднего бизнеса, лицом повернувшись, какие какие-то не получается. Есть ряд еще предложений, я, наверное, чуть позже о них скажу, которые мы тоже уже погрузили, мы обсудили на последних заседаниях у Андрея Ивановича Белоусова, первого премьера правительства Сбербанка. И, в общем-то, эти документы тоже готовятся. Надя Наполеонов, у нас был недавно сайт, тоже их озвучили. Соответственно, мы будем ждать их погружения в автоматику. Поэтому в этой части нам очень комфортно в этот месяц работать, если честно. В части изменений нормативки, я имею в виду, что даже неожиданно. Хотя, наверное, можно было это сделать в таком пожарном режиме и чуть раньше. Забыл еще авансирование. Да, авансирование тоже нами же предлагалось. Авансирование, знаете, наверное, тоже на практике вышло. И везде оно удается. В
силу промежуток процесса. Но тем не менее, по крайней мере, А2 эта часть есть. И я опять же повторюсь, о каких-то там дополнительных предложениях мы обсуждали уже это на комитете по внутриопору по взаимодействию с сотрудничеству с образовательными государственными ответчиками. Комитет там периодически работает, недавно тоже собирались для тех коллег, кто готов в этом участвовать, в работе комитета открытого. И в комитете мы уже договорились о том, что создатель экспертный совет, по сути, отбор России уже давно там, работает в части взаимодействия с госответчиками, представителями госответчиков, которые в том числе и здесь находятся в постоянном контакте, в постоянном режиме диалоги, обсуждают те или иные поправки. При комитете мы создадим такой экспертный совет, уже заранее договорились из тех госкомпаний, госкорпораций, которые готовы в этом процессе участвовать, чтобы диалог взаимодействовать. Ну, то есть, как бы работа не останавливается,